Представляем вашему вниманию средства реабилитации инвалидов «Ходунки Армед FS919L». Ходунки улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на ноги. По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости. Ходунки изготовлены из анодированных алюминиевых труб с лаковым защитным покрытием бронзового цвета. Накладные ручки изготовлены из резины и пластика. На поручнях имеются мягкие накладки. Высота ходунков регулируется надежным кнопочным фиксатором через каждые 2,5 см. Всего может быть установлено 8 уровней регулировки высоты. Отверстие для регулировки находится в нижней части передних и задних ножек. Ножки снабжены резиновыми наконечниками против скольжения. Конструкция ходунков предусматривает два положения – шагающее и нешагающее. Чтобы перевести ходунки в шагающее положение, необходимо снять пластиковые фиксаторы нешагающего положения и вставить их в отверстие для фиксации шагающего положения. Ходунки FS919L могут складываться и очень удобны для хранения. Складывание производится при помощи простого и надежного фиксатора, который расположен на верхней трубке, соединяющей боковые рамы. Чтобы сложить ходунки, достаточно нажать на фиксатор и сдвинуть пластиковый замок. Фиксатор при этом остается в нажатом положении, а боковые рамы складываются внутрь.